26 швейцарских гвардейцев принесло торжественную присягу. Они возложили правую руку на знамя с гербом Бенедикта XVI, пообещали верно, доброжелательно и честно служить папе и быть готовыми отдать жизнь в его защиту. Из-за сильного дождя церемония была перенесена со двора Святого Дамаса, где она проходит традиционно, в зал имени Павла VI. За принесением присяги наблюдали многочисленные родственники и друзья гвардейцев. Со своей стороны гвардейцев поздравил Бенедикт XVI, обратившись к ним после полуденной Богородичной молитвы. А утром военнослужащие швейцарской гвардии приняли участие вместе в соборе Святого Петра, которую возглавил госсекретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне. Он призвал гвардейцев быть бесстрашными свидетелями Христа как на службе, так и в личной жизни.